Развод – одно из величайших достижений человечества. Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе. Это были трудные 20 лет, но я о них не жалею. В свое время Сократ, как мне сказал, женись непременно. Попадется хорошая, жена останется счастливым. Плохая, станешь философом. Не знаю, что лучше. Во всяком случае, я благодарю тебя и Капина за то, что стал таким, каков я есть. И да здравствует развод, господа! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу.